Хотите отличный совет? Всегда храните слоеное тесто дома. И когда к вам нагрянут гости, вы всегда сможете вкусно и быстро их накормить. Сейчас я возьму слоеное тесто, курицу и овощи. И мы займемся этим. Меня уже давно ждут на кухне. Кетчупы, соусы и майонезы «Три желания». Готовим для родных. Всем привет! Снова я, Роман Дубницкий, и в эфире самое вкусное шоу страны «Магия кухни». Сегодня у меня в гостях известный певец и композитор Максим Лесников. Максим, добрый день. Очень приятно, Роман, видеть тебя в гостях у нас. Взаимно. Рассказывай, кто у тебя сегодня группа поддержки? Это мои друзья, вот Светлана с дочерью Алисой. Ну, очень приятно. И, кстати, сегодня под стать меню, если честно, даже я и не думал. Но мы сегодня будем с вами готовить куриный пирог под слоеным тестом, клюквенный кисель и салат. Кстати, вот. Очень хорошо, что я вам просто помогаю, потому что, допустим, слоеное тесто, как готовится, я вообще... Понятия не имею. Лучше его иметь всегда это, в морозилке и купить его в магазине. Так, ну что у нас тут? Грибы, продукты, масло и отличные продукты наших друзей, генерального партнера программы Евразия Фуд Корпорейшн. Мы будем сегодня использовать соусы, кетчупы, масла брендов «Три желания», «Шедевр» и «Золотые горы». Евразия Фуд Корпорейшн. Традиции качества с 1962 года. Ну что, так, что у нас по этим, по продуктам? Готовим слоеный пирог, активно помогаем мне. Так, что у нас будет? Естественно, у нас курица, обязательно у нас курица. Так... Здесь у нас есть грибы. Давай, наверное, я тебе доверю овощи, грибы, шампиньоны. Надо нарезать слайсами. Могу тебе просто показать. То есть это очень мелко, да, получается? Нет, получается, берем наполовину. Я так не умею. Вот. Как бы старайся просто делать самое лучшее, что ты можешь, чтобы мог бы исполнить. Так, и складываем, наверное, сюда вот эту миску, все нарезанное, отлично. Ведь это же был закрытый пирог, правильно? Поэтому никто не видит, как ты нарезал эти грибы. Все отлично. Так, а я тогда займусь курицей. Светлана, как вы, кстати, относитесь к приготовлению Максима? Что он вообще любит готовить и какие вообще... любимые блюда у него? Ну, я первый раз вижу, как Максим готовит. Честно говоря, для меня это откровение. Да, обычно мы просто заказываем пиццу и все. Обычно мы собираемся с друзьями, заказываем пиццу, напитки. И, к сожалению, на этом у нас все кулинарные способности заканчиваются. Неужели вы, допустим, не собираетесь с друзьями что-нибудь готовить, какое-нибудь одно блюдо все вместе? Да, такое происходит, но обычно Максим находится на концертах, и потом приезжает, ему достаются остатки. Например, мы готовили курицу с яблоками, и после концерта он подъехал, и вот как-то... Утка с яблоками. Утка. Осталось только два яблока. Да. Поэтому так получилось. Максим, вообще расскажи, как бы, ну, чуть-чуть о себе, что у тебя сейчас вообще в проекте, что, как бы, чем ты дышишь, что у тебя интересного сейчас в голове находится? Ну, сейчас как раз мы готовим новый клип, причем он будет юмористический, очень необычный, сюжетное видео, угу. Как раз сейчас в процессе съемок. Могу даже немножко так рассказать про сюжет, то есть... Меня заколдует цыганка в клипе, и целый день мне будут видеться только красивые девушки. То есть встречаются мне разные за целый день, но видятся только красивые модельные внешности. А, ну это здорово. То есть снимаются параллельно и некрасивые, и очень красивые. Но концовку я, наверное, рассказывать не буду все-таки. Думаю, что да, чтобы был как сюрприз, пусть уже все посмотрят. А, ну здорово. А че, расскажи, что ты готовил вообще на этот Новый год, на новогоднюю ночь? Что, как бы пройдемся по свежим следам? На Новый год, если честно, вообще нет времени готовить. Только даже кушать не всегда бывает время, потому что на работе всю ночь находишься. И так что-то где-нибудь, как-нибудь перекусываем. А так я
в принципе, люблю и салаты, и да, все, что на Новый год готовится, все с удовольствием ем. А в эту новогоднюю ночь что у вас на столе стояло? В новогоднюю ночь уже у меня начинается утро. То есть, в смысле, я прихожу утром, уже смотрю, что осталось там на столе, то и осталось. Яблоки. Да-да-да. Яблоки. Ну, как бы преимущество это пирога, который мы сейчас сделаем с вами, то, что его может сделать абсолютно любая хозяйка. Так как слоеное тесто, оно покупное. О нем вообще можно как бы даже не переживать, так как взяли из магазина, достали из морозилки. Ему достаточно буквально вот пока мы с вами готовим, где-то минут 20-30, оно у нас размораживается. И в процессе приготовления оно уже как бы готовое к использованию. Поэтому что мы сейчас с вами сделаем, подготовим. Когда вы один делаете, ну, естественно, у вас чуть-чуть побольше времени на это уйдет. Где-то минут, наверное, может быть 20-30. Вот. И достать три слайса. Мы чуть-чуть пораньше достали, где-то, наверное, может быть, за полчаса до этого. Вот они у нас уже разморожены. Получается, курицу мы нарезали, лук, грибы. А вообще шпинат. У вас какое вот самое любимое блюдо, Роман? У меня, если честно, очень много. И как такового одного у меня нету. Их очень много. Я люблю абсолютно все. Я люблю пироги, я люблю запеканки, рагу. Просто кусок хорошо пожаренного, замаринованного мяса. Это я тоже очень люблю. Целиком курицу, птицу. Кстати, вот очень много у людей как бы в рационе из любимых блюд – это утка. Это достаточно как бы так, мне казалось, что это может быть редкость, и ну, очень многие любят утку. А я еще вот хотел поинтересоваться, может быть, вы знаете, в чем секрет? Почему вот в каких-то дорогих ресторанах, когда заказываешь и пробуешь блюдо, то оно настолько вкусное и такой необычный запах, что дома ну никак не получается приготовить похожее. То есть даже если ты все по рецепту делаешь правильно, может какие-то это специи специальные или что? Наверное, это вообще? Да. Вообще как бы или если специальные вот это, продукты. Если это аромат, то мы говорим, конечно же, о специях. Так, сейчас получается начинаем приготовление. Первое, что мы делаем, это разогреваем нашу сковороду. Затем наливаем масло. А зелень резать, да? Это шпинат. Все, я уже его перебрал, он у нас уже готов. Курицу порезали, потом у нас пойдет лук репчатый. Можно мне лопаточку? Угу, спасибо. Так, распределим по сковороде. Единственное преимущество еще этого слоеного пирога. Почему? Потому что мы будем готовить в сковороде и его же запечем. И потом из этой сковороды же будем кушать. Это у нас получается как блюдо для запекания. Если такового дома нету. Если есть какое-то блюдо, конечно, хорошо бы использовать какую-то, допустим, из железа, может быть, хорошо огнеупорную, которую можно поставить на, этот, на газ. Но это обычно блюда сделаны из огнеупорной глины. Пожарили, теперь можно посолить, поперчить. Роман, можно задать вопрос? А по калорийности это блюдо как? По калорийности, если честно, ну, блюдо калорийное. Согласен, что калорийное, но оно полноценное. То есть оно само себя. То есть и хлеб, и есть и курица, и есть и соус, все вместе. То есть оно полностью полноценное. К нему можно ничего не добавлять, если честно. Блин, соль, перец. Нет, она просто за фигуру, видимо, переживает за свою. Конечно, любая девушка. А вы, кстати, вот раз вы переживаете, что вы тогда больше всего употребляете в пищу? Куриную грудку. Куриную грудку. Да, очень часто используем в рационе куриную грудку. У меня ребенок очень любит куриную грудку. И, это она белок, очень быстро... да, в основном да, белок? Да, она быстро готовится, это большой плюс. А к ней какой аккомпанемент вы больше чаще рис, всего делаете? В основном рис. Какой? Рис. А рис я делаете? Вообще не люблю куриную грудку, потому что вот ее жуешь как вата. Обычно ну, смотря кто готовит мясо. И что да? добавлять. А, ну вот. Да, да, да. Я люблю больше куриные крылья, ножки. Нездоровая пища. Самое главное, это сначала обжарить курицу, потом лучок, потом мы добавим с вами грибы и шпинат. Опять он за свое. Вот соберу урожай. Будет зима сытая. Что, упахался? Мечтатель.
Заживем мы с тобой, Маня. Вот лучше поешь по-настоящему и за работу. Натуральное сливочное масло из сливочек ядреных приготовленное. Такое ароматное и вкусное. Масло «Золотые горы». Настоящее, как обещали. А, кстати, когда у вас, допустим, съемки клипов проходят, чем у вас там кормят? Если не секрет. Это уже, вы знаете, все зависит от меня. Потому что это все входит в бюджет, и там уже я кормлю. То есть либо мы заказываем что-то, либо заранее что-то готовим. А чаще всего, допустим, самое интересное, что было, что вы ели? Наши дорогие телезрители хотели бы знать. Во время съемок клипов? Во время съемок клипов. Вы знаете, как это бывает? Вот процесс съемок идет, уже давно обед, допустим, а команда большая, уже и все голодные. Просто кто-то договаривается, буквально вызывают, чтобы привезли пиццу, вот и все. На пицце заканчивается весь мир. Да, либо доставка, либо что-нибудь такое. Либо доставка, либо фаст. Но пицца — это первое, что вот в голову приходит, да? Да. Тут тоже, можно сказать, как бы полноценное блюдо. Там нет времени, чтобы так сесть, знаете. В руках должно быть. Покушать, да. Там все на ходу. Ну, ты, речка, кстати, вот от быстрой еды, вот пока стритфуд не развит, но он как бы начинает потихонечку развиваться. Да. То есть, если, допустим, говорить об Америке, где стритфуд как бы очень популярен, и вот эти фудтраки, которые разъезжают вообще по всему, было бы клево, если у вас на видеоклипе подъехал бы фудтрак и покормил бы полностью всю съемочную команду. Было бы клево, да? Было бы клево, но пусть они платят за рекламу, без проблем вообще. Ну, вообще, вот эта тема уличной еды, мне кажется, это клево. То есть, потому что мы, наверное, устали как бы от однообразной пищи, которая как бы нас сейчас окружает. Хотелось бы что-то такого. Пиццу же не покушаешь каждый день. Все-таки, как ни крути, она чуть-чуть... Просто так что-то получилось в нашем разговоре, что у нас все пицца. На самом деле, это так, только несколько случаев было. Да. Вы не подумайте. Тем временем в сковороде томятся основные составляющие начинки пирога. Курица, лук, чеснок, грибы, которые мы добавляли именно в такой последовательности. Доводим их до готовности в течение 70 минут. А затем наступает очередь остальных ингредиентов. Вот чем родители баловали в детстве? Ну, наверное, мамин борщ. Борщ. Он все-таки даже и бабушкин, и мамин, вот они очень вкусно его делают. Когда я это готовлю, то у меня получается так, что потом никто не ест, потому что я очень остро люблю острую пищу. Так. Туда много специй уходит, что потом кроме меня никто не может, а мне нравится. Острое? Да. И даже борщ острый? Даже борщ острый. Ну, вообще прикольно. Любое блюдо, когда готовлю, я стараюсь туда. Ну, конечно, не в борщ, но если что-то жарю, там обязательно карри добавляется. Я бы хотел бы попробовать твой борщ. Ни разу не ел. Так, ну, тем временем мы добавили с вами шпинат. У нас уже почти, в принципе, все готово. Сейчас мы добавим остальные наши ингредиенты. Туда пойдет у нас... Можно ложку столовой? Сейчас у нас пойдет столовая ложка муки. Такая добрая. Чтобы у нас соус был густой. А, то есть мука идет для густоты? Да. Мука, чуть-чуть еще добавим. Так, потом у нас пойдет сметана. Три столовых ложки. Плавленый сыр. Буквально две столовые ложки. Ну, не бойтесь, как бы она не свернется, потому что это... Наша густота, наше добро. Так, и дижонская горчица. Ну, где-то, наверное, может быть, тоже столовую ложку добавим. Все будем столовыми ложками сегодня мерить. Подождем, пока все это размешается. Прямо радует глаз, так смотришь. Да, цвет уже да, помешаем и буквально. Добавим сюда. Если у вас дома нету бульона, можно добавить. Представим, что это бульон. Где-то, наверное, стакан воды. И вы все время готовите на большом огне? Да. Большом огне. Сейчас мы с вами потише огонь сделаем, потому что нам надо, чтобы оно схватилось все вместе. А про грибы не забыли? Еще не пора? Я уже положил, просто это было чуть многовато, поэтому я оставил остаток. Вот, а как вообще к специям, Максим, относишься? Какие твои любимые специи? Вот из острых карри, может быть, ты в Индии путешествовал? Да, после Индии, после поездки на Гоа,
Конечно, очень понравились блюда с карри, хотя там его очень много, они добавляют его во все, то есть и рыба, и мясо, и какие-то салаты. Но здесь, кстати, карри совсем другой, который покупаешь здесь. Совсем или абсолютно, или вообще не карри? Ну, какой-то искусственный, что ли, то есть не похож. Не похож абсолютно. Ну, да, в принципе, похож. Я с вами соглашусь, потому что, мне кажется, здесь и шафран, не шафран. Естественно, и блюда получаются другие. А так, конечно, специй всегда очень много у меня дома. Любое блюдо, даже самое простое, когда приготавливаешь, даже если яичницу пожаришь и посыпешь там какими-нибудь специями, совсем другой вкус. Да, согласен, абсолютно согласен. Чуть-чуть тимьяна. Чуть соль еще. Все, блюдо у нас, в принципе, готово. Духовка разогрета, накрываем нашим тестом и вперед. Пока это у нас... Очень все... быстро как-то все это да. оказывается. При нашем ритме жизни это блюдо очень идеально. Тут еще хорошо, что тесто готовое, поэтому... Так... Тесто, в принципе, оно достаточно не капризное. То есть мы его даже не раскатываем, мы просто складываем его слоями. Вообще не советую его раскатывать. Угу. Оно уже за нас было сделано. Вы его можете чуть-чуть растянуть, чтобы у нас форму приняло. Тем хорошо покупное тесто. Конечно, ну, не каждый производитель делает хорошее тесто. Это надо все-таки поискать. Вот, ну, да, но отечественные производители, в принципе, меня радуют качеством слоеного теста. Так что можем найти в любых магазинах. Вот, у нас тесто готово. По украшению, пожалуйста, вот как хотите, так и делайте. Что вам в душе? Вот что у вас сегодня? Розочку можно сделать? Я думал, что снизу тоже будет тесто. Нет, только сверху. Очень интересно. Снизу у нас блюдо. Сверху у нас тесто. Единственное, что мы забыли еще сделать, можно вилочку... И сейчас я достану помешать яйцо, размешать его хорошо. Вилкой? Да-да-да. А я сейчас достану кисточку, и мы смажем. Так. О, запах пошел. Ароматы мои... уже вдыхаем. Аромат уже пошел? Да. Сейчас мы пока будем делать кисель, там из духовки у нас ароматы пойдут. Ну и, естественно, обильно смазываем яйцо. Для того, чтобы у нас была красивая, симпатичная корочка, цвет был румяный. Без этого, конечно, он будет бледный, не очень невзрачный. Но вот с помощью яйца будет просто обалденно. Так, заканчиваем это. Теперь что у нас осталось еще, наверное, кисель и салат приготовить. И у нас будет шикарный обед, ужин, не знаю, как бранч, как это можно назвать. Так, еще, наверное, самое главное не забыть. Наверное, вилку. У вас вилка там есть под рукой? Давайте вилочкой проткнем тесто, чтобы оно когда вздувалось, оно этот воздух у нас лишний выходил туда. Так. Здорово. Максим, на следующие выходные ты готовишь нам это блюдо. Мы приезжаем к тебе. Придется, да. Духовка 180, не знаю, 30-40. Что-то примерно этого мы когда справимся с киселем и с салатом, мы вернемся, и у нас будет пирог готов, да? Отлично. А теперь приступим к киселю и к салату. Слоеный пирог с курицей и грибами. Грибы нарезать слайсами, курицу соломкой, лук мелко порубить. Обжарить курицу на растительном масле, посолить, поперчить, добавить сливочное масло, лук, грибы и шпинат. Добавить к начинке муку, сметану, сыр, горчицу и хорошо перемешать. Влить стакан воды и довести до готовности. Еще раз посолить и добавить тимьян. На начинку выложить сверху слоеное тесто. Смазать взбитым яйцом и отправить пирог прямо в этой сковороде в разогретую духовку при 180 градусах. Через 30-40 минут блюдо готово. Готовьте не только с нами, но и с нашими продуктами. Мукой и макаронами «Магия кухни». Так, ну что,
Приступим к следующему блюду. Кисель салат. И салат. Так, давай, наверное, приступаем. Я тебе доставлю это, как бы, ну, доверю делать салат. Начинаем с огурца. Начинаем. Айсберг, укроп. Также мы чуть-чуть натрем туда апельсина, немножко такой цитрусовой свежести. Вот, и заправим все это йогуртом турецким. А какие-то специи вообще будут в салате там? В салате нет. Нет, да? В салате не будет. Ничем не заправляем. Соль, перец. А, все. Перец по желанию, соль, конечно, должна быть. Перец я использую для вот такого салата, если я заправляю йогуртом, белый перец. Потому что я бы не хотел, чтобы черные пятна были бы в светлом салате, да? Поэтому у нас белый перец вот здесь имеется, можем чуть-чуть... И лимон выдавливаем, да, в конце? Да, лимон выдавливаем, да. Да, все, да. Так что я тогда тебе подготовлю миску, куда это все складывать, а я займусь киселем. Кисель вообще простая штука. Да, вот я хотела задать вопрос. Кисель мы можем делать из любых ягод, правильно? Чаще всего встречаются клюквенный, черничный, облепиховый. Облепиховый. Это, по-моему, самые такие топовые три вида киселя, которые встречаются на кухнях. Можно, конечно, сделать клубничный. Вишневый. Микс. Микс какой-то ягодный. Это уже как бы, ну, креатив. Опять же, я вам скажу, что сколько шеф-поваров, столько рецептов. Я никогда не видел, чтобы как где-то кто-то остановился и сказал: я все знаю. Я шеф-повар, я все знаю. Такого, по-моему, не бывает. Вообще кисель — это вкус детства. Так, для киселя мы берем ягоды, мы взяли замороженную клюкву и взяли сахар. Примерно один к одному пропорцию. Добавляем чуть-чуть воды сюда, потому что чтобы у нас скрепилось все это. Замешалось в одну массу. Приятный цвет, да? Цвет обалденный. Вообще любили кисель в детстве? В детстве вообще не мог дождаться, когда он остынет. Уже горячий был. Пока горячий, хотелось уже выпить сразу. Ну, все, используем. Я всегда любил бабушкин кисель. Не знаю почему, но бабушка, наверное, 100% готовила точно не так. Блендеров-то в то время не было. У меня тоже бабушка готовила себе. Никаких у нас изысков нету, просто добавляем перетертую клюкву вместе с сахаром. Доводим до кипения, перемешиваем и добавляем крахмал. Наш кисель готов. В поисках лучших ингредиентов они могут объехать весь мир, выбирая только самые свежие, вкусные и полезные продукты. Ведь готовят они для своих родных, а родных у них миллионы. Майонезы, соусы и кетчупы – три желания. Готовим для родных. Так, я вам тогда помогу сейчас с салатом. Так, укрою. Это и есть. Так, ага. Опять мой волшебный ларь. Достанем волшебный инструмент, терочку. Вы знаете, вообще, как бы повара всегда носят с собой такую музыкальную шкатулку со своими инструментами. Ну, если честно, то есть скрипач со своей скрипкой ходит, так и повара. Вокалисты со своим микрофоном ходят. Да. Так и повара ходят со своими ножами. Потому что, если честно, неудобно работать чужим ножом. Когда ты делаешь это каждый день, мне кажется, все-таки ты потом чувствуешь, что это чужой нож. А какую музыку вообще ты любишь? Музыку разную. Ну, пока учился, много слушал классическое. Я ее наслушался, что сейчас даже, когда дома кто-нибудь включает, я стараюсь сразу переключать, потому что в классической музыке там идут всякие развития мощные, там кульминации. Я уже сижу, мне хочется тоже вот это все как-то переживаешь. Максим работает 24 часа в сутки. У него постоянно мозг работает, он постоянно думает. А то есть ты любишь музыку не ту, которую поешь, не обязательно? Ту, которую я пою. Ну, я пою, в принципе, все. То есть в любом стиле. И на любой случай, так скажем. Угу. Помимо своего материала, который угу. я сам сочиняю. Так, чуть-чуть. На самом деле, да. А есть какой-то у тебя, допустим, мэтр или учитель, кому ты благодарен вообще? Кто тебя? А, ну, конечно, это наш народный артист Лаки Константинович Кисоглу, вот у которого я занимался по вокалу именно в Академии искусств. Угу. И до этого практически все учителя музыкального колледжа имени Чайковского, где я закончил дирижерско-хоровое отделение. Очень хорошая музыкальная у нас база, подготовка. То есть я
очень доволен, что мне посчастливилось здесь учиться. А как ты вообще эта профессия дирижер вообще? Ты никогда не задумывался стать, может быть, дирижером? Что это такое вообще? На самом деле я всегда стремился к шоу-бизнесу, но для начала нужно было все равно получить именно академическое образование хорошее. Согласен. Вот, которое уже дальше в перспективе применяешь. Так, что у нас? Ну, у нас, я бы сказал, киселечек-то уже почти готов. Так, что у нас теперь надо будет сделать? Он как только закипит, мы тогда добавляем с вами крахмал. Мы сделаем... можно использовать, ну, в принципе, любой. Либо кукурузный, картофельный, это уже как бы на ваше усмотрение, какой у вас дома есть. Можно ложечку? Так, получается... На литр киселя у нас получается такая с горкой... С горкой получается столовая ложка крахмала. И чуть-чуть это залить воды, помешать, перемешать и добавить в нашу. Соотношение замороженной клюквы и сахара 1:1. Мы взяли по стакану того и другого. Так, посмотрим, что у нас там с пирогом. Мы уже, наверное, забыли про него. А, пирог же. Так, наверное, может, венчиком. Да, давайте венчиком помешаем. Специальное приспособление для них. Это оно где? Так, я вам тогда доверю этот. Нет, венчик вот он. А пирог-то у нас уже готов почти. 2 минуты, как раз у нас сейчас кисель подойдет. Так, ну что, перемешаю. Сейчас добавим с вами крахмал. Достанем с вами пирог и приступаем к дегустации. Свежий салат. Огурец нарезать на небольшие кусочки. Айсберг на мелкие. Укроп мелко порубить. Выложить все в одну миску. Туда же натереть цедру апельсина, добавить йогурт, посолить и хорошо перемешать. Приятного аппетита! Клюквенный кисель. Взбить в блендере клюкву с сахаром и небольшим количеством воды. В сотейник налить немного воды, добавить ягодное пюре, довести до кипения. Крахмал смешать с водой и добавить в кисель. Хорошо перемешать. Готовый напиток остудить перед подачей. Ну что, было все быстро, да? Надеюсь, что сейчас будет все вкусно, да? Все попробуем, все выглядит вместе. Выглядит очень аппетитно, Максим, да. Тебе желаю как бы успехов в твоем поприще, чтобы ты развивался, стремился, как бы рос постоянно. Ну вот, как бы от себя не хочу я тебя отпускать с пустыми руками. Хочу подарить тебе корзинку от наших друзей, генерального спонсора Eurasian Foods Corporations. С тремя брендами: «Три желания», «Шедевр» и «Золотые горы». Я уверен, что готовить с такими продуктами тебе будет гораздо интереснее. Вот, пожалуйста, держи эту корзинку. Ух ты! Тебя поздравляю. А теперь спасибо. Давайте все сюда. Будем, наконец-то, наконец-то. Будем кушать. Уже я чувствую, вам уже не терпится там. Так. Ребенку первому. Да, и компот. Тесто, шапочка, чуть-чуть. И начинка обязательно. Держите, приятного аппетита. Так, следующая тарелка. Выглядит обалденно. Угу. Так что на самом деле это оказывается так все просто? Да, очень быстро, очень просто. Если соблюдать. Игра красок. Да. Ну что, бон аппетит. Так, можно вилочку. Супер, я вас попробую. Ну как? Фантастика. Все, теперь я. Угу. Дорогие друзья, оказывается, готовить это настолько просто, а еще и в компании ваших друзей, так что делайте это с наслаждением. А мы с вами увидимся очень скоро. С вами была «Магия кухни». Пока!
кетчуп «Три желания» сделан самой природой.